Привет-привет, дорогие подписчики и зрители, всякая разная из Китая, я вас приветствую. Сегодня у нас на распаковке две неопознанные посылки пришли из Китая, это однозначно, но что находится в них, я не знаю, на ощупь даже не могу определить, особенно вот это. Если эту я догадываюсь, здесь может быть светильник, потому что и написано LED Night Lamp, в общем, да, я ожидал, но уже очень давно. И вторая, как бы российский трек-номер присвоен, RAFI. Или не российский, я не знаю. Ну, в общем, у меня такого трек-номера нету, и я без понятия, что здесь. И на ощупь я вообще не пойму. Сейчас вам будет, наверное, интересно, как и мне, не меньше. Кстати, ребятки, хотел вам кое-что подсказать. Вам такие часы интересны? Умные часы, смарт-часы. В общем, если хотите такие часы выиграть, бесплатно, без всяких там проблем. Канал «Китайский Китай» проводит розыгрыш таких часов. Немножко другого цвета, золотистый, с другим ребешком. Вот здесь вы видите, как они выглядят. В общем, ссылочка будет под видео. Переходите, участвуйте в конкурсе, и, может, вы станете победителем и выиграете вот именно такие часики. Ну что же, переступим к самой распаковке. Давайте сначала, наверное, начнем с этого светильника, если это светильник. Сейчас мы посмотрим. Так. Да, это он, все, пакет пустой, мы его выкидываем, в общем, в такой упаковке, все помято, раздавлено, ну, главное, чтобы сам светильник был целый. Ну да, хотя бы переходничок положили, но переходничка нам не положили. Конечно, выглядит очень дешево, ну, хотя и цена очень дешевая. Кстати, оценили ее 1 доллар и 1 цент. А здесь имеется датчик освещение. В общем, этот светильник работает по принципу: включаете в розетку, потемнело в комнате, загорается светильник днем, если света достаточно, он просто не включается. В общем, такой ночничок получается. В общем, дочка почему-то боится темноты, не знаю, вот приобрел такую вещь. В общем, на внешний вид 4 LED-лампы стоят внутри. Сейчас ставлю видео, посмотрите, как она работает, как она светит. В общем, вот я подключил. Сейчас светло, и сама лампа не включается. Но вот как мы закрываем этот датчик, оп, как видите, включаются светодиодики. В принципе, подсветка такая не сильно яркая, очень ненавязчивая, но все же в ночное время будет хорошо освещать. Даже в том случае, если вам надо ночью выйти в туалет, да, чтобы не по темкам там искать выключатель, а просто вы вышли, у вас будет гореть вот такой ночничок. То есть, когда утром солнышко вышло, все, света достаточно, он сам автоматически выключается. Ну вот, посмотрели, как все работает. Давайте перейдем ко второй посылке. Загадочной. Так, упаковано. Просто замотано скотчем. Так, я до сих пор пока не пойму. Нео. Какой-то Нео. Ладно, продолжим. Первая попытка, не понял я. С первой попытки. Так. До сих пор не пойму. Все. Все, тут больше ничего нету. Да-дам, ребята. В общем, приобрел я такую вещь. Просто посмотрел в одном телемагазине, рекламируют такой автоприбамбас, который заявлено, что 20% экономит бензина. Ребята, вставляется просто в прикуриватель и экономит до 23% топлива. В общем, смотрите, на Toyota Yaris 10%, Honda Accord 15%, Nissan Micra 21% и Suzuki Lapin 23%. В общем, ну, я думаю, что у меня будет минус 10%, но, конечно, это все... Все это, конечно, мне кажется, ерунда. Но смотрите, упаковано даже очень все аккуратненько. Так, все, там больше ничего нету. Здесь мы видим инструкцию на английском языке. На ксерокопии где-то отксерокопировали. О, страшная вещь. Смотрите, вот этот прибор заявляют многие рекламные кампании, проводят телемагазины, да, что этот чудо-аппарат экономит до 20% бензина за счет того, что здесь стоит какой-то кондер, в общем, мощный такой, который накапливает себе электрический ток от аккумулятора. То есть генератор меньше работает, меньше дает нагрузку на сам двигатель. Ну, в общем-то, конечно, это все, по-моему, просто замануха, как обычно. Здесь мы видим предохранитель. Просто разберем, посмотрим, что у него внутри. Мне интересно так. Смотрите, наклейка тут Fuel Shark, акула, которая уже отклеилась.
Так, давайте попробуем разобрать. Сейчас возьмем мой ножик. Керамическим не хочу ковырять, потому что может сломаться. Вот ковырнем вот эту крышечку. Вот так она снимается. И здесь мы видим под крестовую отверточку шурупчик. Сейчас мы его открутим. Все, открутили. И момент истины. Что же у нас здесь внутри? О, да, здесь, смотрите, что находится. Суперэлектросхема, которая, ну, просто сделает суперэкономичный ваш автомобиль. В общем, как мы видим, тут на 1000, может, неправильно назову, микрофарад или как-то... как-то называется, 25 вольт. Ой, в общем, да, мощная система. Все вот так прикручено, поднапаяно. И вот этот светодиод должен гореть синеньким цветом. Ну, конечно, это все прикольно и выглядит. И, ну, как можно в это верить? Ерунду, я не знаю. Ребят, просто приобрел, чтобы показать вам, чтобы вы поняли, что внутри. Вот, пожалуйста. Ну, что здесь может сэкономить вам бензин? Да ничего. Это просто умный коммерческий ход, на который люди ведутся, можно так сказать, да? Приобретают такие вещи и вставляют в свой автомобиль, ездят и думают, да, по-моему, стало меньше жрать бензина-то. Работает штучка. Не закручивается, просто так одевается вот эта штучка, которая, ну, вообще, конечно, выглядит ужасно. Мы возьмем чудо-агрегат вот такой, который имитирует... автомобильный прикуриватель. И вставляем. Не знаю, видно вам или нет. Загорелся там диодик внутри синеньким огоньком. Конечно, выглядит все круто. Но какая тут может быть речь об экономии? В общем, вот такая вот у нас чудо-экономическая вещица. В общем, эта вещь мне напомнила браслеты Power Balance, да? То есть тупо на самовнушение. Вы ставили эту штучку, она загорелась, все работает, все светится, и вам будет казаться, что бензин у вас стал расходоваться меньше. Это принцип тот же, знаете, вот, когда у меня еще были «Жигули», когда поменяешь воздушный фильтр, просто купишь его там за 100 рублей, поменяешь воздушный фильтр, начинаешь ехать с новым фильтром и как-то едешь, оп, да, по-моему, она как-то уже лучше едет, по-другому как-то, хотя на самом деле ничего не изменяется. Надеюсь, кто-то смотрит из вас и, может быть, думает о приобретении такой вещицы. Ну, может, я вас остановлю, ребятки. Не покупайте ни в коем случае. Тем более, в Китае это стоит копейки. А в телемагазинах продают за, в принципе, неплохие деньги, ребята. Очень даже неплохие деньги. Если что, можете посмотреть в Ютубе море информации вот именно по этим приборам, именно рекламных целях. В общем-то, и все, ребятки. Спасибо вам за просмотры. Участвуйте в конкурсе. Китайский Китай, как я еще раз повторюсь, проводит конкурс на такие умные часы. Поэтому ссылочка будет под видео на конкурс, на этот эконом, на светильник. Переходите, если что-то интересует, приобретайте. Все пришло, в принципе, в целости и сохранности. Ну все, спасибо за просмотры. Желаю вам здоровья, позитива. Пока-пока.